Бывает прямо из фигурки изготавливают там Иосифа, Богородицы. Вот. А бывает, как вот мы сделали, помещают в вертеп икону Рождества Христова. У нас икона. Ну, конечно, людям всем понравилось. Необычно, и, в общем, и для нашего города, и вообще. А дети ходят постоянно, каждый день тут фотографируются, им интересно же детям, они смотрят, играют тут вот.